Проливные дожди привели к заполнению водоемов Шымкента до 70%. Спасатели ежедневно мониторят водные объекты. В департаменте ПЧС сообщили, что паводковая ситуация стабильная. Они трижды за этот год проводили аэровизуальное обследование. 9 из 10 гидротехнических сооружений исправны. Одно акжарское водохранилище требует капитального ремонта. Средства на это уже запросили в бюджете. Будет проведено техническое обследование объекта. Последние дожди, по словам специалистов, также показали, что на 50 участках в городе вода проходит слабо по ирригационным каналам. Там не была проведена своевременная очистка. По данным Казгидромеда, в марте в Шымкенте еще ожидаются проливные дожди сверх нормы. Также в городе приток большой воды ожидают из Тулебийского района Туркестанской области. Водохранилище у нас заполнено до 70%. У нас, если по сравнению прошлый год взять, максимально у нас было наполняемость 50%. Где могут быть скопления воды или откуда-то приток воды, мы полностью обследовали. На сегодняшний день все водохранилища под контролем, и наполняемость водохранилища, оно позволяет в случае чего большой воды заполнить наши водохранилища.